сыр, молоко. Знаешь, что тут делать? Короче, для РДД и для офтанков квадрат Луна разливать синие лужи. Сначала к квадрату, ближе друг за другом, потом к Луне. Парами. Для танков череп крест. Че, он не в танк? Войд. Давай в танк. Наверное, в ДЦ. Окей, окей. Начинать будет пиво, если что, танчить. Диспели яда чудненько. Стоим, ждем в луже диспела яда. Раньше не убегаем. Но по идее посмотрим, может урона хватит добить так. Ядовитой фазе, не диспеля. Посмотрим. Ой-ой-ой. Главное, танков там будет диспелить. Вроде всех присумонили. Фласки свои, химия все свое. Припоты, масло. И так далее. Вон, только рыбу тут могут поставить. За ЛК фласки будет ГП прилетать. Если у вас ДПС при этом 15-20 тысяч. Какие, если вопросы есть, сразу спрашивайте. А ну тут все должны все знать. Лапу дать. Если зависли и так далее, сразу куда-то либо в дис, если нет микрофона, либо в микрофон сразу говорить. Чтобы у нас, если что, БР не тратить. Так. Стоим на рендже, РДДшники. От первой лужи можно не отходить от одной. Хилы в мелизоне, там холипалы, эршамы. Другие хилы могут на рендже побегать. ПС-ку в кого? Кого-то. За агро следим, кто там с Т6, скидываем инвизы, прожимаем и так далее, чтобы не срывали. Если срываете, уходите либо с центра, если это яд, либо стоите в центре, если это вода. Подходите к центру, чтобы он не вышел за круг или в круг не зашел. Даю отсчет. Гера с пула. Смотрим, что Maiden Хейт. Поближе к краю один становится, РДД дальний, если что. Уже надо выбегать, желательно. Maiden на пол. Ломка агро среди Азура агро. И вон там диспель. Идите на меня сальву кто-нибудь, у меня закончилось. Вносите метки. Танку не подходим, мелики аккуратнее. Обстрел и перифаза. Вдергивай. Вдергивай быстрей. Все собрались в синюю лужу.
череп. Войда прохил, дать ему деф. Зубы там. Потом с центра уходим, слева-справа становимся от маленького круга в середине. Там только хилы. Нажимаете припод и все. ДТшки не диспелимся, яд. Диспелим яд только с танков. Да, стоим, бьем. Танки, агро, следим, напуливаем, поднимаем. Кто у нас? Войда поднять чуть-чуть можно. А, поломки еще одну сарву дайте, а то сейчас разгоняться буду. Три лужи вместе вышли, ШП. Хорош. ГП. Надо резнуть. Да, это мердрушка. Да дамаж, стой. Можно хейта сдиспелить, в принципе. Танки, поднимайте танки. Были следом. Три танка друг за другом. Пока только два. Выходим из обстрелов. Ну, диспел бы сейчас был нехуёвенький. Ну ладно. Идем на краба. Сейчас посмотрим. Там два ретрика диспелило. Тебя. Плюс танчик еще. Нормальненький. Так, кто хочет послакать из милик? Кому там токены не нужны? Резче плюс. Ну, рога такое. Вот, АБС можно. Ой, я нечаянно. Я не ролил. Что? Так, АБС меняем с Горисом, короче. Войд назад ДД. Пиво на мобе. Вот эти два танка на боссе. Начинает Горис, если что. Теперь. Ладно. Иди. Побудись. Чё можно ловить, в принципе, все тут? А можно с пятой группы во вторую шаманчика? Киллы-то не получают, да, кстати, яд. Да, спасибо, сейчас. Так, ну с каким-то ДК-шкой поменяем тебя. Ловите у кого-то удочка. Блатная. Отойдите, не хильте сейчас, танки ловят. Забываем магию с себя диспелить так же, кто может, сразу. Не ждем, пока с вас кресты снимут. В конце станет.
свечный губительница, да, да. Ливен босс. Бабу надо свечу, не будет больно бить. Добить, а потом босс. Идем по воде к Марагриму, не пулим трэш на мосту. Можно под мостом пройти и не спулить, потом подняться. Ну, понятно. Ребята не вырубили. Можно пройти вперед, тут места дофига. Там Шилдмейден умирает где-то. Зачем? Медведь собирает трэш.
С другой стороны, добивайте трэш, войд, спекайся в танк, в четвертую на всякий случай, и я сейчас отойду минуту. Я тут. Еще рыба. Так, ну посередине также Holy Pulse DC. Слева Стаэль. Или она уже тут стоит. С другой стороны девочка краба. Также босс на агро следим. Танк опуливаем. Кто не активный. Кто улетает, трэш подводит. Оставшийся водит. Желательно как-то медведь. Тогда также начинает. Посмотрим, может повезет. Третья патч слева, четвертая справа. Че там, ханты на позиции? Чек на контроль. Босса напулить. Пиво, ты тут? Ага. Ага. Я кушаю. Понятно. Приятного аппетита. Спасибо. Хиль с правой стороны, он где девочка трабл. А, сейчас его прикину. Вот. Даю отчет. В принципе, он не нужен. Давайте тычку, пускай он в танк идет в Горису. Под лица ушли, он дает волну. Землетряся, РДД, все делаем 5 шагов назад, уступаем миликам. И другим РДД, кто ближе. Не вижу пива в агролисте. Я бегу. Потом, чтобы он появился. Нужно подойти.
Так, надо, чтобы медведь улетел. По идее, должен улететь, да, еще 11%. Сколько там доход? 17 секунд. Вроде улетает. Рэнш набираете к стеночкам, вправо-лево не прижимаетесь от себя, чтобы не ловить волну также от босса РПД. Все, рев пошел, убирайте рэнш. 8 метров. Летний дух, там ловите лишний урон. Гера будет после следующего. Хотя, нас сразу. Стоп, сейчас раз будет сделать. А нет, наебал добавим. Через 7 секунд. Брали рэнч. Для рога, если ты будешь напуливать Вайда дальше, то он умрет. Да не те сальву на ломку еще одну. Сейчас начну обратно набирать. Вроде как все нормально. Два танка есть. Возле ДД. У него просто рога на пулю висит. Добивайте, босс. Добивайте. Там устал вообще. Так, ну я вот думаю, может ханта у нас код поддержит. Войда в ДД лучше спекнуть. Он и так в ДД, еще раз повторяю. Он был в танке вообще-то, ты что? Ты ХП его видишь? Ладно, бьем пока трэш, сейчас посмотрим. С паровой. Бориса хилите. Таласу. В трех миликах чума, дайте им скинуть, потом подбегайте. Пропал. И тут еще два справа.
Ну, можно забрать. Не запульте только босса. Чего вы там бегаете вместе, умираете? Запулили. Кто, демон? Демон же был, да? Да. Диван дайте кому-нибудь. Не надо пока никакие кресты вставать. Что за фигня, почему фласка слетела БК? Юзнул эликсир хождения по воде? До этого? Нет. Киньте суммон сразу, пожалуйста. Сейчас я куплю. Дайте инту. Два споровых, еще раз. Рэнш, наберите между собой. Не разгоните чуму.
Короче, да, Войд в ДД. Леофорд тогда потанчит ханта. Там еще идет. Прыгнет в медведя на первую 30 секунд боя. А потом милики ханты пойдут бить шамана туда, в дальний левый угол от колосса. Кто там на нем будет стоять, соло пиво или Горис? Какая тогда Горис станет? Пиво станет на босс, Шелмейден на бабу. Это луна, баба, квадрат, шаман. Череп мейн. Которого держит все в фокусе, особенно милики. Смотрит каст стрелы рандомного танка, которая уешь. Она получается под колонной танчит, да? Сверху. Кого-кого? Ханта. Ну там, да, где он стоит. Там и начнешь. Просто последним зайдешь после танков, таунт нажмешь и останешься с ним там. Они разведут. Главное, в медведя прыгни, чтобы он тебя не шотнул. Так, Холипал тут хилит. Эрдру Холиприс там дальних танков. ТЦ тут шамы. Так, я пойду сейчас тотемом туда поставлю. Так, квадрат это условно, надо развести между ними максимальный рендж, чтобы не было на них хилки, анимации такой, типа, быстрины, постоянно кидающий. Максимально развести. Ну и со связкой разбегаться. Милики, из лужи не выбегайте со связкой. Стоите, ждете, пока пропадет и захиливает вас. Чек на пункт. Что, рыбу можно? Рыба была. Где? Где-то. Когда ресали ставили. Вон сзади тебя рыба была. Ты не видел. Стой с РДД, прохиливай РДД вместе с С. Тотемы можешь вот тут, вот за колонной, вот тут поставить, чтобы они холипалу давались. И РДД. Вот так вот спиной, чтобы РДД хас туда был. РДД хас. Все, даю отсчет. Леофорд, последний заходишь. Ант Шаркис. Ждем, пока разойдутся, и потом дамажим. Верни назад чуть-чуть из-за колонны. Уренж был. Кахилец. Все, дамажим. Так, баба должна умереть последней, если что. Набрали рендж. Связку. Килл стоит на месте, и что от него убегает? Треугольник 30 метров. Потом дебаф спадает раньше, чем сама связка, если что. Пришли РДД на бабу, ханты пошли на шамана. С миликами. Внимательней, боссы, смотрим фокус, держим милики. Стрелу. Я ноншу танка, вы смотрите танка под собой. Скоро стрела катаклизм 5 секунд. Пошла Шилдмейдена у РДД. Прожмись.
Милик и похил, похил их. Все, добиваем бабу. Босса потом можно выводить на уголок колонны. Там и держать. Только не подводить на рендж к бабе. Клактоклизм и Шилмейден, останься, не иди. Быстрее, милики, зашли под босса, пока нет лужи. Набрали рендж. Крест назад. Крест назад, что ты со мной бежишь, блядь? Все, можно возвращаться. Быстрая ачивка чудненькая. Расходите. Смотрим на дебаф и возвращаемся, как он спал. Не на анимацию. Быстрее, землетряс. 40 секунд есть. Мы успеваем. Секунд. Разошлись. Домаш стоит. Ну вы что? Жертва. Не успел чуть-чуть. Зря принесенная. Ладно, пойдет. Так, на слепца. А мы печеньку поролили с этого, с краба? Уже давно. У меня она даже не отобразилась. Прикольно. Не с пульти, только босс, аккуратно. Сжимайтесь, старфолы, там старфолов нет. Повезло. Горец там хильки. Он дальше прошел. Нужно больше ярости. Не сейчас. Еще не готова. Я пока не могу использовать эту способность. Не достаю. Слишком далеко. Не сейчас.
Короче, медведь на рендже. Фаза у босса. Ну, по идее, как-то знает, да? От обстрела милики убегают в сторону черепа. В начале каста РДД, в конце каста выходит. То же самое, что и на Аларе. С клеймом вы более меньшим полукругом становитесь за печеньку. Не прям к черепу бежите, а аккуратно, чтобы не задеть квадрат. На рывке отходите. В любом случае, от босса. Ставил рыбу. Третья пати, соответственно, печенька. Четвертая пати, ромб. У нас перекап миликов. Да, это замка не катается. Вторая бьет поста. Кимпы для РДД и для хилов. Трусы для позиционки, босс. Короче, чек на поле. Мне в ДЦ остаться тут? Или в два холика лучше? Давай в холик. Три. Сейчас тогда переспек. В следующий раз не спрашивай спек, если тогда тут хила такого. Если кто так приходится. Я в ДЦ быть. Убивается шафран, можно ему один инер залить, стояли. Не надо. Я готов. Так, ачивка на тур поставишь в резин. Я РДД. Тут он вроде помогает чуть-чуть. Даю отсчет. На пул и в шилда. Потом танки меняются. Гимна кто сдает первый? Ты сдашь. Ок. Почему я кинул ШП в четвертую пати, и я не вижу отсюда нитки кастующиеся? Берегите. Обстрел смотрим. Кто раньше там выбегает в печеньке, блядь? Милики, кого касалось в начале каста, вы выбегаете, а потом возвращаетесь в конце. Кому я это объяснял? Как на Аларе. Призануло. А остальные... Тоже фризанули. Испеление. Ну, блять, тут можно падать, это БР еще стратить, мы всех не разрезаем. Короче, диван надо скидывать, отошли назад. У нас всего-то 2.5 БР. Дыру слагает, не знаю, блять. Я увидел только там один милик нормально выбежал, второй там за ним как-то успевал еле-еле, а остальные фризанули, да? Понятно. Ладно, сейчас зафризанули, за все остальное будет прилетать. За обстрелы, за клеймо и так далее, здесь за нуборезку. Не знаю, я просто проебался. Без фризов. Кто там, ну, в печеньке? Демон дергается, я вижу в печеньке. Кто еще там дергается, блядь? Раньше времени. Никитос даже не даст спиздить, что у меня бывают нахуй жесткие фрезы. Кейт, вставай. Быстрее там релогайте. Короче, отойду за водой пока тоже.
Вы не отходите, остальные. Похоже на диктатуру какую-то. А ты что, не знал, куда ты вступаешь? Тут диктатура. Что там с Ретриком? Сейчас загружаюсь в игру. Да сейчас загружаюсь в игру, подождите. У меня не настолько мощный компьютер, как хотелось бы. Ну да. SSD все-таки купи просто или поставь туда Сирус. Вот это я твою я не буду. Нет, у меня не хватит памяти. У меня только система. Короче, там. Ретрик зашел, даю отсчет. Раньше времени не пулим. Она успела рыбку скушать. Он надо было делать, пока релогаешься. Кто релогает? Восстание закрываем. Пиво, клеймо, уйди. Уйди. Все, стой вот так. К нему никто не подходит. Милики хорош. Бля, проместил. Сейчас на демоне похуй. Да, все равно застоишься. Берегитесь. Стрел, убегаем. Почему я вижу в конце коста от миликов лужи под боссом, а не в стране черепа, блядь? Опять завис. Цитали резкие миловидные. Пиление прокил. Короче, Леофор треснет. Нет, все, отдали, ладно. Надо дохиливать. Чудненькую. Давай, миловидно. А, понятно. Ноль информации. Леофор юманул ресы. Репаприка. Волна прокинь. Таня, смотрим. Чинг вверх. Просто ШП стоит, кастует. Тук там та. Есть диван дать? Тук Лока там в последний момент побежал. Все палы мертвы. Да я понимаю, блядь. Да нет, ой, там за диван. А чудненькая нам, наверное.
печеньки, да, похуярить бы. Всей. Ну кто там, погоди, прибежал? Эминент прибежал. Так, ну я видел ШП, короче, стоит кос. 100%. Ну да, вот эти двое что-то побежали в последний момент. Хотя там можно успеть было с печеньки добежать с самого начала. Фантом отпрыг, нажать спиной, долететь. Самба тоже можно было магами блинки нажать, блять. Суманить. Давайте все, кто там стоит, кастуем сумон. Ресаемся на ретрике быстрее. Не могу использовать эту способность. И тут даю отсчет. Кто там под кливом стоит? В чате смотрим, вот эти две закроем. Шли, ну чё вы со мной идете? Вы глухие, блядь. Опять рэндж. Что вы там вообще делали сейчас? Я печать закрывал. Меня это держало в корне. А можно фридомом скинуть, держу в курсе. Обстрел. Горисер, ломку резай. Восстание, закрываем. Трей. Меня слышно, нет? Да. Ну а какого хуя? Печати. Вел тут закроем.
Блять, вот ты со мной стоишь и сало получаешь. Нахуй ты это делаешь и в одну руну заходишь при этом на маги, блять. Вы вообще не видите, что вы делаете? Восстание. Горис, ресни, обстрел. Ломку. Веление прохил. Пошли вы зеру. Стрел. Хорош. Не видно, да, когда вылетели эти огоньки, и после этого жать просто, блин, или отойти в сторону. Не говорить, ты знаешь что. Чате. Давай, медведь, закрывай быстрее. Че, дверь не закрылась? Под боссом, которая была, никто не закрыл. Я нажал. Точнее, рядом. Хорошо, блять. Восстание сейчас нас прохуярит. Я вот не успеваю. Белый. Чудненько упал. Все потрачено. Так. Раз. Два. Вообще как карта Шопена. Три. Четыре. Окей, ты дал. Ну за что? Ну, похуй, потом спрашиваю. Ну, за то, что я 30 раз ору БР ломку, блять, и БР нету. Отведите от босса. Кто там еще в уши долбится? Я точно видел. Еще там до этого со мной выбегали, когда не видел по никам конкретно. Видел Макву, точно тоже этот же. Еще кто-то, блядь. Давай, хавай, хавай.
Лефор, дай иннер в девочку, трабл. Утверждайте. Войд. Касту будет. Где? Печати смотрим. Блять, я левую. Блять, чё непонятного нахуй? Стрел. То есть пока я не скажу, милики сами не видят, да? Когда надо убегать. Я говорю чисто для РДД. Понятно. Быстрее проходите сквозь него, блять. А не сбоку. Пепеление, зашли в Изеру с дебафом, колодец нажали. Фор. Стрел. Спецказ сейчас будет. Право. Ну чё вы там, блядь? Аккуратней. Вернулись в приточки. Сказ, спепеление, море на ком дебаф, нажали. Вот. Текст, Борис. Ну, текст. 3% фаза. За спину собрались, подрон. Босса можно к черепу повернуть чуть-чуть. Все ровно в линию встали, в одну. Слева-справа никто не стоит. Таня, смотрим. Милики также на вас, на этом, обстреле под лицой. Бегайте чуть левее. Сразу. Влево. Но не до конца, под плечо. Плечо встали вот тут. Да. Я забыл про...
Да. В чате. Я дальние три. Две. Чего это в танка на вайшу? Одного моба оставляете ДК. Суманете к боссу. Вот, тебе лишь бы на транс.